Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами сделаем свинку. И для начала возьмем розовый лист бумаги, сложим треугольник, чтобы получился потом у нас ровный квадрат. Лишнюю часть отрезаем. Убираем на край стола ножницы и лист бумаги. Открываем, и у нас получается ровный квадрат. Теперь мы складываем как книжечку, сложили, хорошо промяли, нашли линию середины, открыли. Берем один край, складываем его к серединке. Второй край тоже сложили к серединке. У нас вот получился такой шкафчик. Повернули. Снова сложили пополам. С одной стороны. Теперь открыли, сложили с одной стороны. И с другой стороны. Вот такой маленький шкафчик у нас получился. Теперь открыли. И делаем треугольнички. Смотрите, они не должны выходить за маленькие треугольнички. Квадрат, за маленькие квадратики, полосочки. С одной стороны, с другой стороны. Теперь берем, ищем кармашек. И по линиям сгиба раскрываем так, чтобы у нас получился большой треугольник. Лишних линий мы не заминаем. Смотрите, с четырех сторон раскрыли треугольнички. Еще треугольнички. И последний треугольничек. Вот у нас получается вот такая конструкция с треугольниками. Теперь берем и складываем так, чтобы нам были видны эти треугольнички. Теперь берем один край треугольничка, ищем линию и опускаем относительно этой линии прямо, чтобы все совпало. С другой стороны. Нашли линию, опустили, перевернули, снова нашли линию, отпустили, еще нашли линию, отпустили. Вот, видите, вниз получается. Теперь с одной стороны мы сложили прямо, это у нас будет пятачок, немножко раскрыли. Так. А на другой стороне мы загнули наискосок и потом вогнули вовнутрь. Это у нас будет хвостик. Взяли карандашик, нарисовали с одной стороны глаз, с другой стороны глаз и носик пятачка. Вот такая вот свинка у нас получается. Вот видите, такой пятачок симпатичный. Вот она у нас может и стоять. Вот такая интересная свинка у нас получается. Всем творческих успехов. До свидания.